Утром у многих хватает сил только на то, чтобы заварить чашку кофе. А в этом детском саду решили использовать другой подход. День танца здесь – это регулярный праздник, которым ребята отмечают приход весны и заряжаются соответствующим настроением. Девиз праздника говорит сам за себя – весна, красота и любовь. И это полностью отражается в происходящем. Ребята подготовили дружные и артистичные номера, а гостем мероприятия был сам Карлсон. Всем привет! Здесь были и танцы, и стихи, и песни. Совершенно точно, это был больше, чем просто утренник. Очень много танцев, очень много движений, вот дети меньше сидят. Подготовке и энергии детей можно было позавидовать. Если и встречать приближающееся лето, то только так. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.